Вам на почту пришло письмо об успешном прохождении интервью? Поздравляю! Начинается второй этап отбора. Это обучение на нашей интерактивной платформе. Мы разработали ее специально для наших преподавателей. Здесь проходят все занятия с учениками. Ежедневно более 18 тысяч преподавателей пользуются платформой и отмечают ее удобство. Мои любимые фишки — это автопроверка домашнего задания. Я не трачу на это ни минуты. Огромная база готовых и современных уроков. Обычно мне требуется 10-15 минут, чтобы подготовиться к уроку, потому что я люблю добавлять свои материалы. Не могу отказаться от этого элемента творчества. А так, каждый урок продуман до мелочей. Вам нужно только его включить. Что я еще очень люблю на нашей платформе? Нет никаких тематических планов и огромных отчетов. Платформа сама считает прогресс ученика. В общем, сейчас я занимаюсь исключительно преподаванием, а не бюрократией. И у меня всегда есть свободное время. Стабильные выходные, а преподавать я могу из любой удобной точки, могу из дома, лишь бы был интернет и ноутбук. Обучение лучше проходить в браузере, ПК или ноутбука. Конечно, мы не будем учить вас профессионалов, а зам педагогики и психологии. Мы научим вас работать с нашей платформой. Она интуитивно понятная, и с ней может получиться сотрудничать с любому педагогу. Но после обучения вам будет комфортно себя чувствовать на следующем этапе, тренировочном уроке и в дальнейшем на уроках с учеником. В среднем для прохождения обучения нужно 2-2,5 часа. Смотреть материалы вы можете в удобное для вас время. А если что-то будет непонятно, вы можете задать вопрос в службу поддержки. И на следующем этапе отбора – тренировочном уроке с методистом. Обучение состоит из 3 пунктов. Первый – знакомство со структурой. Тут вы сможете внимательно изучить, как выглядит личный кабинет. В нем вы будете проводить свои занятия. Узнать, где хранится подробная информация об учениках. Найти все необходимые материалы для подготовки к уроку. И подсказки, которые помогут эффективно проводить занятия. Потом пройдите короткий тест и убедитесь, что вы точно все поняли. Дальше в меню снова кликаем на вкладку «Мое обучение». И переходим ко второму пункту. О том, как проводить урок и пользоваться инструментами в виртуальном классе. Здесь подробности по каждому этапу урока. От напоминания о занятиях и подбора материала до знакомства и прощания. А еще все самое важное про каждый блок на платформе. Аудирование, чтение, словарик, работа с указкой и многое другое. Как вы знаете, лучше всего сразу закрепить материал. Для этого в конце обучения вас ждет снова небольшой тест для самопроверки с выбором верного ответа. В третьем пункте обучения мы собрали полезные советы для тренировочного урока с методистом. Тут секреты и хитрости, которые помогут вам со всем справиться. Все обучение можно пройти за 2,5 часа. Но если для глубокого погружения вам нужно немного больше времени, не торопитесь. Если вы не можете сразу же посмотреть весь материал или у вас что-то не получается, вы можете сделать перерыв и вернуться к этому этапу позже. Как закончите, сможете увидеть свои результаты и начать готовиться к тренировочному уроку. А теперь я в реальном времени покажу вам, как он проходит. Представим, что я участвую в отборе в Skyeng. Я уже прошла обучение, теперь мне надо подготовиться к уроку с методистом. О встрече мы договорились заранее. Я вхожу в каталог уроков и нахожу там Training Lessons. Нажимаю «Запланировать». Выбираю в качестве ученика методиста и готовлюсь к занятию. Сейчас у меня начнется урок. Добрый день, меня зовут Елена, методист школы Skyeng. Как ваши дела? Елена, очень приятно познакомиться. Меня зовут Юлия. Дела прекрасные, настроена на урок. Мечтаю стать частью вашей команды. Давайте попробуем, что у меня получится сегодня. Супер, супер, отлично. Рада тоже с вами встретиться. Мы с вами сейчас пройдем тренировочный урок. В течение урока я буду исполнять роль вашего ученика. В ходе урока не переживаем. Все пройдет хорошо. Я знаю, что вы готовились. После урока зададите вопросы, я дам обратную связь. Разберемся с какими-то сложностями, если они возникнут. Давайте добавим карточки в урок, который вы готовили, и будем начинать. Вот так проходит тренировочный урок. На нем важно показать, что вы поняли все про этапы работы на платформе и умеете наладить контакт с учениками. А также методист смотрит на то, как вы выстраиваете коммуникацию с учеником в течение всего урока. Обратную связь по уроку и рекомендации вы получите в конце урока от методиста, а итоговые результаты вы узнаете в течение нескольких дней. Я считаю, что в этом огромное преимущество Skyeng перед другими школами. Процесс отбора проходит достаточно быстро и удобно. А еще, что немаловажно, современно. Нет никаких лишних звонков, строгих сроков. Если не пройдете обучение за один день, мы вам не откажем. Всегда можно записать или позвонить в школу и задать любой вопрос. Более того, процесс обучения идет параллельно с отбором. То есть к ученикам вы уходите в полной готовности. И если вам что-то непонятно, наши методисты всегда на связи. Если вы успешно справляетесь со всеми 3 этапами, остается заполнить свой профиль в личном кабинете, составить расписание и начать свой период адаптации к компании.